Всем привет! Подписывайтесь на канал. Сегодня решили взвесить нашу креветку и раков. Креветке 2 месяца и 3 недели, а ракам 2,5 месяца. В бассейне у нас живет 10 раков. Из них штуки 4 больших, штуки 4 средних и 2 таких мелких. Также в бассейне живет 40 креветок. Длина креветок самых больших больше 10 сантиметров. Средняя длина креветок где-то 8 сантиметров. Сейчас креветки начали расти больше в ширину, а не в длину. Тоннелем. 2,5 месяца раку, это средненький, 18 грамм. Самый большой, 30 грамм. Эта креветка практически самая большая. Может, есть чуть-чуть больше, но мы ее не споймали. Креветки без недели 3 месяца. Четырнадцать грамм. Хотели взвесить среднюю креветку, но камера как раз выключилась, когда мы ее на весы ставили. Но вес был 8 грамм.